Всех приветствую. Продолжаем путешествие по книге «Великие музеи мира». Смотрим картины и описания к ним. Никола Пуссон. «Таинство миропомазания». 1645 год. Холст масла. 117/178. Французский художник, основоположник классицизма в живописи, Никола Пуссон по праву считается одним из лидеров национальной школы. Его произведения были вдохновлены классическими идеалами античного искусства и полотнами мастеров эпохи Возрождения. В них автор черпал пример высокой морали, поэтических чувств, которые способны развивать и совершенствовать личность человека. В середине 1640-х годов Пуссон написал ряд работ, представляющих христианские таинства. Одна из них, «Таинство миропомазания», изображает церковный обряд, когда верующие через дары Святого Духа получают укрепление своей духовной жизни. Художник показал эту сцену в ранней христианской обстановке катакомб, поэтому все персонажи облачены в древнеримские одежды. К священнику, находящемуся в левой части полотна, выстроилась очередь из верующих, желающих приобщиться к таинству миропомазания. Мужчины, женщины, дети и старики. В правом углу картины молодая мать, опустившись на одно колено, склоняется к своему маленькому сыну, указывая на старшего брата, принимающего участие в обряде. Композиция произведения решается мастером посредством ритмов и цветовых контрастов, благодаря чему ему удается передать мотив шествия. Вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе Никола Пуссона «Таинство миропомазания». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.